И как раз сегодня Пентагон подтвердил то, о чем российский МИД сообщал еще прошлой осенью, со ссылкой на независимых экспертов. Представитель американского командования признал в интервью ТАСС, что США использовали в Сирии снаряды с обедненным ураном. Это произошло как минимум дважды, оба раза в ноябре 2015-го. Использованы более 5000 снарядов с токсичным веществом, как и объяснили американцы, чтобы повысить вероятность уничтожения инфраструктуры, запрещенной в России и других странах ИГИЛ. Ранее Соединенные Штаты применение боеприпасов с ураном категорически отрицали.